Так, для самолета нам тоже нужно выбрать основу. Я вот тут взял две, я не знаю, какую из них выбрать. Одна подлиннее, но поуже, другая. Хотя нет, они одинаковой длины. Одна просто побольше, другая поменьше. В принципе, не важно, так как на этом самолете я тоже не собираюсь летать. Но это всего лишь основа, основа может быть любой, хоть из, не знаю, баллонов их сделать. Это особо не будет на него влиять, так как аэродинамики здесь никакой нет. Так, я возьму, пожалуй, основу поменьше, так как она будет получше смотреться. Наверное, понятия не имею. Так, ну, в принципе, есть два варианта, как построить самолет, ну и планер тоже. Можно построить его полностью на трастерах, то есть взлет, посадка, вверх. То есть, ну да, это все будет основано либо на трастерах, либо на ховерболах. И повороты тоже на трастерах будут основаны. Но, пожалуй, вариант с трастером я показывать не буду, так как он очень муторный. Его делать сложнее, дольше, там, настраивать трастера надо. Покажу с ховерболами. В принципе, здесь все то же самое. Так, отлично, с трастером я покончил. Точнее, с ховерболами. Говорился так. Теперь нам нужно поставить трастер. Тут внимание, если вы что-то до этого строили, связанное с трастером, то есть оно как-то двигалось у вас или прочее, в общем, не забывайте менять кнопки, это важно. Иначе вы не на те кнопки поставите. Здесь я для красоты поставлю не просто такой квадратик трастер, а поставлю двигатель. Ну, такой небольшой реактивный двигатель. Сейчас поставлю. Да, вот нормально все. Двигатель у нас установлен. Молод, конечно, ну ладно. Такая вот у нас квадратная ерунда с ховерболом и движком получилась. Теперь, в принципе, все, самолет почти готов. Теперь осталось обеспечить ему повороты. Тут все то же самое. Берем трастеры. Такие вот. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ремовер. Слишком слабый движок. Будет не тянет. Такой не потянет. Будет очень медленнее летать. Нам надо на, в принципе, вот так. Да. Уж лучше так. Все. На 10 тысяч нам нужен движок, чтобы тянул. Это тоже надо учитывать. Я просто его силу сбавил для трастеров, когда делал поворотные трастеры. Так, опять ориентируемся. Мы стоим на шестерке. 4. 6. Так, все, с трастером я закончил. Силу я поменял. Внимание. И это просто все промотал. Так, все. Наша летающая крепость готова. Вперед, в бок. То есть, все, виража она может совершать. Достаточно управляемо, кстати. Так, для того, чтобы она особо никуда. Как она меня убила? Так. Все. Надо, чтобы она на нужную сторону еще висела, а то управление инвертированное будет. Ну, в плане поворотов. Так, установим на ней также камеру. Камера. Где тут камера была? Вот камера. Куда полетел? Стой. Берем камеру. Так, кто не знает, взлетать на В. Ну, это уж совсем просто. Так. Куда-нибудь так тыкаем, чтобы было полностью виднелся наш самолет. Было видно его полностью. Так, ну-ка, камеру проверяем. Да, его нормально видно. Особо даже не перекошено. Сварка. Все, готово. В принципе, на этом можно остановиться, если вы хотите что-то летающее. Но если кто хочет, можете также приделать крылья. Так, сейчас посмотрим, как это дело летает. Так, посадим его. Так, сажаем его, сажаем наше чудо. Так. И к взлету готов. Взлетаем. К
край карты. Осторожно. Кстати, вот край карты это отдельная история. Я в него врезался. И вот что там случилось. Собственно говоря, где она? Моя балка. Да, я даже могу ее достать. Фигово. Что-то за ней слетать надо. Стой. Так. Тащим ее обратно. Край карты это совсем уж отдельная история. И также надо быть внимательным при поворотах на этой штуковине. Аккуратно. Трастер я поставил чуть вниз, поэтому ее перекашивает. И если у вас будут крылья, и крыло, не дай бог, зацепится об землю, и при этом вы встретитесь с краем карты, то крыло может перейти вниз. Ну, то есть оно останется сверху, а балка вот эта перевернется, а крыло будет сверху. И у меня уже была такая история. Не очень было потом удобно это все возвращать в изначальный вид. Так. Теперь, пожалуй, поставим на него крыло. Надо. Так, фуерболы. Так, я нашел подходящее для крыла. Так, штуковину подходящую для крыла. Ладно, все, нормально. Пойдет, теперь также надо сварить, чтобы это отдельно не улетело. Но в конце видео я, наверное, прикреплю свои фейлы предыдущие, если я их не удалил. Там, где у меня как раз вот это вот крыло переворачивается. Ну, в общем, увидите, кому интересно. Так, свариваем. Физган. Так, ну все. Теперь это хоть как-то похоже на самолет. Крыло, наверное, я близко расположил, мне кажется. Ну ладно, сойдет теперь. Материал можно ему придать какой-нибудь там интересный цвет. Ну, это уж кому как нравится. Можно его обратно таким сделать, и это будет цвет. Можно вот таким вот его сделать. Занятный такой цвет. Такой вот. В общем, это уже на, так сказать, на вкус и цвет. Что-то вот этого прикола я не понял. Она вроде как белая должна быть. Вся в кровище. Как-то странно. Наверное, какие-то баги с текстурками. Вот тоже. В общем, на этом видео заканчивается. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, кому понравилось. Сегодня или завтра на канале будут еще гайды. Ну, скорее всего, будет один гайд. Я покажу, как построить машинку в Гарри Смолле. Вот такую вот машинку. Ну, что-то типа вот такого вот. Карта. Небольшой карт. Ну, или машинку какую-нибудь уже более сложную на машинку. В общем, вот такой вот картик, прикольный, с фонариком, на случай, если вы заедете в темный-темный туннель. Ну, в общем, ждите этого гайда, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, как я уже сказал, и до новых встреч, всем пока. Что, думали все? А вот и нет, обещанный поилой. Так, ну а теперь, наверное, каждый из нас делает самолетики и запускать. Фейл. Ой, достаточно. Вот так.